В этот четверг, 18 сентября, в Шотландии пройдет референдум за независимость. Союз этого региона Великобритании и Англии имеет 300-летнюю историю, и только в последние несколько десятилетий стали раздаваться призывы к независимости. В 2012 году премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон согласился с идеей референдума, позволив шотландской национальной партии реализовать свою давнюю мечту. Правда, далеко не все жители поддерживают отделение. Согласно проведенным опросам, 52% респондентов выступают против независимости Шотландии, в то время как 48% собираются проголосовать в четверг за отделение страны от Соединенного Королевства. Вместе с тем стало известно, что 91% опрошенных точно решили принять участие в референдуме. Ожидается, что это будет более 4 миллионов жителей страны, которые уже успели зарегистрироваться. Среди них и 4500 латвийцев, проживающих в Шотландии. Сколько из них придут на участок, чтобы решить будущее своей новой родины, пока неизвестно. У посольства Латвии в Великобритании нет данных о шотландском регистре избирателей.